Уверенной походкой Владислав Дьяков идет в пункт отбора. Со своим будущим на ближайшие пару лет он определился. Решил служить по контракту, миновав срочную службу. В мае вступили в силу изменения в федеральном законодательстве. Теперь заключить контракт с вооруженными силами, прежде не служив, могут выпускники учреждений среднего профессионального образования. Теперь у мужчин от 18 лет есть выбор. Либо год службы по призыву, либо два по контракту, но уже с официальным трудоустройством, зарплатой и полным соцпакетом. Ребятам предлагается полный социальный пакет социальных гарантий. Раз. Это вещевое обеспечение, бесплатное, продовольственное, котловое и ряд других моментов. Это такие социальные гарантии, как служебное жилье по месту службы. Далее, в случае его отсутствия, это найм жилья осуществляется военнослужащим. И после заключения второго контракта военнослужащий включает программу военной ипотеки. Кандидатам на контракт предстоит пройти ту же медкомиссию, что и призывникам. 8 специалистов должны признать его годным. У Владислава проблем со здоровьем нет. Категория А по всем направлениям. К любым тяготам службы он готов. Но так далеко не у всех кандидатов. Если потенциальные призывники зачастую ищут повода доказать медкомиссии, что они болеют, то будущие военные контрактники всеми силами демонстрируют свое богатырское здоровье. Врачам важно разобраться, кто в действительности может служить. Главная наша задача в врачебной комиссии – это именно не пропустить те заболевания или граждан с теми заболеваниями, которые могут при экстремальных условиях и при нагрузках дать осложнения. Контрактников, я бы сказала, что не очень большой отсек. Вот за три года, вот мы, если проанализировать три года последние, как правило, это наш вот анализ, за 2014, 2015, 2016 год, то у нас отсев был от 1,5% до 1,8%. То есть от 1,5% до 2% всего отсева. В абсолютных цифрах из 1000 человек, негодных службы по контракту, примерно 20. Прошедших медкомиссию ждет психологический отбор. 7 тестов должны выявить личностные качества кандидата, определить его выдержку, устойчивость, интеллект. Эти тесты позволяют нам определить его профессиональную пригодность к той или иной конкретной воинской должности. Данный кандидат имеет достаточно высокие показатели, а именно у него есть высокий уровень сообразительности, также высокая способность к обучению, доброжелательность и другие характеризующие качества, которые соответствуют именно требованиям Вооруженные силы Российской Федерации. Обмануть компьютер невозможно. Тест построен таким образом, что вопросы либо взаимоисключают, либо дополняют друг друга. Ни одна черта характера от подсчета не укроется. По тестам получилось, что Владислав и тут отличник. Первая категория годности. Ни в танке, ни в стрелки. Хотел я поступить на какие-то командные должности. Ну, разумеется, все так хотят. Хочу сейчас именно на морфлот поступать. У меня там дед служил, дошел до Берлина, но это все, что я о нем знаю. Последнее испытание для кандидатов – физическая подготовка. Сдать нужно три норматива – на быстроту, силу, выносливость. Будущие военные крайне заинтересованы в том, чтобы пробежать быстрее, подтянуться большее количество раз. От этого будет зависеть их зарплата. За хорошую физическую форму – до 70% бонусом к окладу. У меня прям очень много знакомых по контракту служат. Некоторые даже вот служат вместо службы по призыву, по контракту служат. Служить в армии – это ответственно, престижно. Все время будешь в форме, всем девушкам, парни в форме нравится. Привлекает молодого человека потенциальный карьерный рост. В будущем, возможно, офицерское звание и финансовая стабильность вооруженных сил. Не говоря уже о благородной цели – защищать свою страну. Комиссия решила отправить Владислава служить в береговых войсках Балтийского флота. Теперь он первый в Ивановской области мужчина, заключивший контракт после окончания колледжа. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.